Провести каникулярное лето с пользой, приобрести новые навыки, познакомиться со сверстниками, научиться самому создавать настоящие мультипликационные фильмы с любимыми героями. Все это возможно в рамках программы «Культурные каникулы». Как создать мультик из пластилина и оживить его? Именно такие задачи решают ребята в мультипликационной студии «Кубик». Процесс создания мультика – это достаточно кропотливая, но очень интересная работа. Ребята творчески развиваются, совершенствуют моторику рук и просто получают эстетическое наслаждение от конечного результата. Воодушевлены, да, им нравится. Но в основном к нам идет начальная школа, потому что лепить в основном – это их стезя. А, да, в основном в восторге, когда уже дело доходит до анимации, и у них начинают оживать человечки, там, персонажи их, они, да, приходят в восторг иногда, вот, по несколько раз свои секунды пересматривают, перекручивают, и всех зовут посмотреть скорее, как он там, человечек, не знаю, 2 сантиметра прошел вперед. Процесс создания мультипликационного фильма на первый взгляд покажется простым. Но чтобы получить достойный результат, без креатива не обойтись. Нужно продумать образ для героя и придумать замысел всего сюжета. Тут в лесу птичка летает. Она хочет подружиться с котиком. И как вы вот это все делаете? Ну, мы сначала лепим из пластилина, потом мы сделали вот это дерево и передвигаем понемногу вот эти персонажи. И делаем кадры, получается мультик. Также немаловажным этапом является создание фоновой зарисовки. От этого зависит настроение мультика. Мы делаем фон для того, чтобы потом на них поставить наших смешариков и чтобы у них взлетела ракета. Ну и итоговый этап создания мультика – это анимация. Ребята с помощью камеры фотографируют каждое движение героев сюжета. Сделав достаточно большое количество кадров, получается мультфильм. Процесс создания мультфильма доставляет ребятам самые положительные эмоции. Мы лепим фигурки и делаем из них мультфильм, создаем. А что тебе именно нравится вот в лепке этих фигур и создании мультфильма? Мне нравится то, что пальцы разбивает. Ну, еще когда ты все сделаешь, очень красивый мультфильм получается. И ты, ну, рад, что у тебя получился такой красивый мультфильм. Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение в волшебный мир. Создание мультика – это целая вселенная невероятных тайн и сногсшибательных открытий. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».